Что? Не, наоборот, снимаю. Вам антенна нужна? Да. А. Да. А у вас вход-то где я? А, ну, да нет, я это... Почему со старой антенны, ну там, правда, был усилитель, показывало 20 каналов, а здесь 10, а следующий 11, 12 канал пишут, нет сигнала, нет сигнала. Вы знаете, эта антенна... Сказал, что да. У вас на пульте от ресивера есть кнопка «Инфо». Два раза подряд нажать, там появятся шкалы. И вот один крутит, другой смотрит. Как только сигнал скаканул, все, остановились. А, там 60% это, да? Да, 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 да. Ой. Кнопка инфо два раза нажмите, и вы поточнее настроите антенну. Инфо, да? Инфо, да. Здесь шикарно показывают. А эти нет сигнала, нет сигнала. Да, это вот проблема такая. Я здесь... свату позвонил, ну, у него в луге дальше. Ага. Я говорю, Коля, у тебя как? У меня говорит, все. А говорит, Юрка смотрела, а я на крыше настраиваю. Ага. А скажите, вышка, мне кто-то сказал, в Санкт-Петербурге. Да. И в Орехово. В Орехово же нет. Это далеко очень. Далеко в Орехово, да? Это очень далеко. Вы знаете, где-то еще одна есть вышка, но сейчас карту убрали на сайте. Я не могу понять. Мы в том году еще на какую-то вышку ориентировались. Не здесь, а в другом месте. Понятно. Вот. А это еще такой вопрос. Скажите, если я сюда антенну поставлю, ловить не будет, да? Вот. Надо направлять и по прибору смотреть сигнал. Вот я думаю, что так. Потому что здесь вот у меня комната, вот сюда, а стоит, ага. У меня антенна туда. Ну, на самом деле. Да, да, да. Вот. А я даже не стал выносить это. Она у меня на чердаке стоит. Ну, вы попробуйте, вынесите. Эффект будет или нет? Понятно. Мне товарищ сказал, купи, недорогой есть. Недорогой не покупай, за 1500 такую усилитель, разрежь. Перед этим. Вот я хотел сказать. И говорит, и будет ловить хорошо. Вы знаете, он прав. Единственное, да. Единственное, что вот у нас в магазине на Шестаковича, дом 5, это дом антенн магазин. А где это такой район, какой Шестаковича? Просвещение метро. А, точно, метро Просвещение. Это ну, где вот это? Гранд Каньон. Гранд Каньон, да? Да, там напротив магазин есть. Он все правильно вам сказал. Можно купить самый дешевый усилитель. Ну, вот такой, и да, но они два вида. Есть вытянутые, никогда не берите, деньги выбросите. Да, вот вытянутые. Это 300% вам даю. Даже, а есть такие сантиметра 3 в длину. Тот 5 или 6 сантиметров, а этот в два раза короче и в два раза толще. Вот этот будет вот так работать. Мы только их ставим. А, вот эти. А эти я набрал. Вот такой вот вытянутый. Не 100%, никогда в жизни. Просто я в это не... Но надо на него питание подать. В ресивере. Он 5-вольтовый, не 12, а 5-вольтовый. И там в меню есть питание антенны. Ну, там найдете. Вкл поставить надо. Не забудьте, иначе работать ничего не будет. Не будет, да? Это ресивер по кабелю питает усилитель. А. То есть питание антенны. Это очень важно. А усилитель маленький, вот этот, бубы. Перед этой, перед ДВД коробкой ставить.